Москва и Пекин договорились о возможности выделения льготных кредитов на создание совместного широкофюзеляжного самолета и тяжелого транспортного вертолета. Об этом заявил сегодня Дмитрий Рогозин на втором российско-китайском экспо. Отечественные предприятия представили в Харбине свои новейшие разработки. И, как отметил вице-премьер, многие из них могут стать основой для плодотворного экономического сотрудничества. Больше внимания было уделено отраслям высоких технологий. Китай значительно продвинулся в последние годы именно в этом вопросе. У него появились свои серьезные амбиции, будь то атомная промышленность или, скажем, космическая индустрия. Мы обсуждали конкретные проекты, где есть сильные стороны, где мы можем друг друга поддержать. Речь идет о соглашении о поставке российских ракетных двигателей в Китай, а также о поставках, встречных поставках китайской микроэлектроники.